Некоторые люди все еще боятся проплывать через этот район, потому что с середины 19 века в нем исчезло более 50 кораблей и 20 самолетов. Это место нельзя найти на обычной карте, так как это не официальный район Атлантического океана, а воображаемая область в виде треугольника у юго-восточного побережья США. И прямо сейчас мы направляемся туда, чтобы развенчать все мифы об этом месте. Согласно самой популярной теории, в том месте, где сейчас находится Бермудский треугольник, располагалась древняя Атлантида. Она была населена более развитой цивилизацией, чем все остальные люди на Земле. Там находились таинственные кристаллы, которые генерировали бесконечную энергию и питали весь этот город. Затем он затонул, и его руины до сих пор лежат на дне Атлантики. Но среди его развалин все еще есть места, где еще работают эти кристаллы, и именно они являются причиной большинства исчезновений. Кристаллы высвобождают лучи энергии и выводят из строя электронику самолетов и кораблей. Однако фактов, которые подтверждали бы эту теорию, не существует. Однажды кто-то просто написал об этом в книге о Бермудском треугольнике, и с тех пор некоторые люди поддерживают эту легенду. Однако с электроникой действительно связана некоторая странность. В районе Бермудского треугольника астронавты Международной космической станции заметили значительное ослабление магнитного поля Земли, щита, который защищает нас от солнечной радиации. Над треугольником частицы солнечных лучей движутся быстрее, чем в любой другой части планеты. Это вызывает нестабильную работу электроники спутников, летающих в атмосфере Земли. Однако это не относится к кораблям и самолетам. Существует также теория, что Бермудский треугольник является центром магнитной аномалии, вызывающей проблемы с навигацией. Но регулярные проверки магнитной карты этого места никаких проблем не выявляют. Вы прибываете на место, вода спокойна и шторма явно не предвидится. Вы смотрите на компас и видите, как стрелка движется из стороны в сторону. Ну вот, начинается. Вас охватывает паника, и вы быстро поворачиваете руль корабля, чтобы уплыть подальше от этого места. Так, подождите. Уже давно есть логическое объяснение странному поведению компаса в этой области. Бермудский треугольник – одно из тех редких мест на планете, где истинный север и магнитный находятся в одном направлении. Истинный север – это географический северный полюс Земли. Магнитный север направлен к северному магнитному полюсу, который постоянно блуждает вокруг планеты. Иногда эти полюса совпадают, а прямая линия, соединяющая север и юг, называется магнитное склонение. Если вы туда попадете, то ваш компас не будет указывать точно на север. Представьте, что вы капитан корабля, плывущего в Бермудском треугольнике в начале 20 века. Вам нужно знать, где находится север, чтобы добраться до берега. Вы смотрите на компас, и он указывает направление неправильно. Тогда вы отклоняетесь от своего первоначального курса. Рядом с треугольником находится Карибское море, усеянное небольшими островами. Морское дно здесь неглубокое, и корабль может попасть на мелководье. А теперь ваше судно застряло на мели, и вы понятия не имеете, где находитесь. Если бы это случилось в 21 веке, то капитан корабля мог бы добраться до берега с помощью GPS и другой современной навигации. Но самое интересное, что сейчас компас будет работать правильно. Так как северный магнитный полюс уже давно не совпадает с истинным на территории Бермудского треугольника. Магнитное склонение находится далеко отсюда. Сейчас проблем с навигацией нет, но по какой-то причине именно здесь исчезают корабли. На самом деле, не только здесь. По всему Атлантическому океану есть места, где пропало гораздо больше кораблей, и Бермудский треугольник не входит даже в топ-10. Одна из главных причин, почему здесь пропадает много кораблей, заключается в том, что через Бермудский треугольник проходит один из самых популярных морских маршрутов в Атлантике. А чем больше кораблей находится в одном месте, тем больше там происходит кораблекрушений. Простая вероятность. Есть и другая теория, согласно которой в этом районе находится пространственно-временной разлом, и корабли и самолеты, которые попадают в него, перемещаются в прошлое или будущее. Однако никаких доказательств разлома не существует. В Бермудском треугольнике находится база внеземной цивилизации. Гости из других галактик крадут морские суда, поэтому никто не находит их обломки. Это еще один весьма распространенный миф, который не имеет научного обоснования. Затонувшие корабли не находят, так как здесь проходит одна из самых глубоких впадин в мире. Любое утонувшее судно погрузится на глубину около 6000 метров.
Огромное давление и расстояние затрудняют поиск кораблей. Кроме того, неподалеку находится жёлоб Пуэрто-Рико. В некоторых местах его глубина достигает 8000 метров. Где-то в треугольнике обитает кракен. Этот огромный кальмар, который топит корабли, любимая легенда моряков. Однако гигантские кальмары действительно обитают в глубинах океана. Они могут вырастать до размеров половину железнодорожного вагона, но не было еще ни одного случая, чтобы они потопили крупное судно. А в районе Бермудского треугольника их даже никогда не видели. Люди в прошлом не знали о существовании таких существ, поэтому когда они увидели их впервые, то описали их как огромных и ужасных монстров. Гигантские кальмары – одни из самых неуловимых существ на Земле. И ученым пришлось использовать специальное гидроакустическое оборудование, чтобы их найти. Они не любят покидать темные глубины и, скорее всего, их просто напугает звук любого корабля. Более реалистичной гипотезой о тайне Бермудского треугольника является метан. Большие залежи этого газа можно найти под морским дном этого района. Оттуда метан выделяется в воду. Он принимает форму огромных пузырей, которые быстро поднимаются на поверхность. Затем газ заставляет воду бурлить, создавая волны, которые топят корабли. Теория вполне реалистична, но многочисленные исследования до сих пор не подтвердили наличие повышенной концентрации метана в регионе. В последний раз такие явления происходили 15 тысяч лет назад. Другая заслуживающая доверия теория предполагает появление огромных волн-убийц. Представьте спокойное море, вдруг до вас доносится громкий гул. И всего через несколько секунд на поверхности появляется огромная волна высотой 30 метров, которая обрушивается на ваш корабль. Ученые полагают, что волны-убийцы – это результат столкновения поверхностных морских течений с сильным встречным ветром. Существует также версия, которая утверждает, что эти волны появляются из-за встречи теплых и холодных течений. Но самая интересная теория гласит, что волны формируются благодаря кинетическому вампиризму. При определенных естественных условиях волны могут обмениваться кинетической энергией. И есть одна волна-вампир, которая забирает энергию всех остальных волн. При накоплении достаточного количества энергии волна-вампир выплескивает ее наружу. Это объясняет силу удара и ее внезапное исчезновение. Это явление наблюдается во всех водах Мирового океана. Но нет доказательств того, что чаще всего оно встречается именно в Бермудском треугольнике. Если там и возникали волны-убийцы, то не во время затишья. Неспокойное море – главная причина исчезновений судов в Бермудском треугольнике. Там часто случаются сильные штормы и ураганы, и это происходит, потому что Бермудские острова являются областью высокого давления, которое отводит грозы в сторону треугольника. Огромные волны просто переворачивают корабли, а громы, вспышки молний выводят из строя электронику самолетов. В этом нет ничего загадочного. Штормы и исчезновения судов происходят во всех океанах. Но именно о Бермудском треугольнике было создано множество легенд. Все началось в середине 20 века, когда была опубликована книга, в которой говорилось, что в водах треугольника находится древняя Атлантида. Конечно же, в книге не было никаких доказательств этого. Но многим эта теория настолько понравилась, что про нее начали снимать документальные фильмы и писать книги. Каждый материал, посвященный фантастической природе треугольника, был основан не на фактах, а на теориях написанных книг и снятых фильмов. А когда тема популярна, на ней можно зарабатывать деньги. Читателям это нравится, а авторы получают гонорары.